И всем здорова, дорогие друзья! Сегодня мы будем открывать контейнеры на таком проекте под названием Black Russia. Ссылочка на этот проект, как всегда, в описании. Переходите в описание, скачивайте эту игру, регистрируйтесь на моем любимом сервере Cherry, вводите мой ник Сергей Миронов, а также вводите мой промокод хэштег Мирон, который даст вам бонус. Как бы и я тоже получу небольшой, так сказать, бонус. Также объявляю предыдущего победителя на 2 миллиона с предыдущего ролика. Если ты также хочешь поучаствовать в моем розыгрыше и испытать свою удачу, то обязательно подпишись на мой канал, поставь лайкосик, напиши свой топовый комментарий, а также досмотри ролик до самого конца. Это очень важное условие, пацаны. Ну что ж, с минуты на минуту будут контейнеры, давайте я вернусь, когда они начнутся. И что ж, дорогие друзья, как вы видите, контейнеры уже заспавнились, и давайте, пожалуй, начнем вот с такой небольшой, так сказать, разминочки. Подходим, выбираем, так, выбираем вот эту клавиатуру, значит, и погнали, пацаны, 2 и 3, КК ставим, идем к следующему контейнеру, и его, естественно, тоже забираем, откроем вот таких два контейнера с 2 и 3 миллиона, все. И пойдемте поищем какой-нибудь дубайчик, так сказать, для разминочки. Чуть-чуть так подразмяться, так сказать. Фух, вот контейнер за 9 миллионов, дорогие друзья. И я надеюсь, все будет тип-топ. 91 миллион, да, почти. Только 9.1, слава богу, я поставил. Короче, пацаны, летим, просто тупо летим. Так, первый у нас открылся. И здесь у нас субарик. Блин, ладно. Не окуп, но не страшно. Многие меня просили почаще открывать, получается, вот такие контейнеры. Небольшой минус относительно. Вот. Вот так вот. Это офигенно, пацаны. Теперь идем к нашему контейнеру за 9 миллионов. Ребята, я надеюсь, что здесь нам повезет очень крупно. Кадиллак старый, по-моему. По-моему, старый Кадиллак, да. К сожалению, выпал старый. Да, грустно, да. Идем дальше искать контейнеры, ребята. Пока что не расстраиваемся. В относительно небольшом минусе мы находимся. Вот. И я надеюсь, что нам повезет. Очень много что-то Китай ТС, ребят. Вы просто посмотрите. А, это Германия одежда. Давайте откроем Германию одежду, дорогие друзья. Потому что людям интересно наблюдать, что выпадает из таких контейнеров. А то я открываю только исключительно один Дубай. И уже не очень таки... становится интересно смотреть, поэтому, дорогие друзья, я слежу, я читаю ваши комментарии, поэтому, пацаны, не забывайте. 900 тысяч тоже ставим. Вот еще 900 косарей ставим и идем искать дубайчик. Дубайчик тоже нам необходим сегодня. Так, меня перебили, возвращаемся быстренько. Быстренько возвращаемся. Так. Один, раз, два, три. Я надеюсь, дропнется годная одежда. Реально, очень хочется. Так, это у нас одежда Дубай, моя любимая, ребята. Надеюсь, она меня в этом ролике опять же не подведет. Вот, 4 450. Вот так вот, правильно. Идем дальше. Один контейнер у нас уже открылся, и за ним следом сейчас откроется второй. Ух, пацаны, за 900 тысяч контейнер, 262 тысячи, ну что-то прям вообще скудненько, прям вообще, ну, ни в какие ворота. Так, здесь у нас что? За 237 тысяч, да что ты делаешь со мной? Тупо издевается надо мной, ребят, вы просто посмотрите на это. Так, там контейнер открылся, и сейчас открывается у меня вот этот вот, дорогие друзья, контейнер, и мы сразу же ловим с него окуп. 5.4, пацаны, найсовая тема, мы окупили. Этот контейнер, это не может не радовать. Вижу еще один Дубай, как вижу Дубай, сразу просто лечу к нему на всех парах, так сказать. Фух, давайте поаккуратнее будем. Стараться окупаться нужно. Не просто бездумно прям вот все подряд чисто открывать, а пытаться как-то уже окупаться. Но пока что мы варьируемся в одном положении, так сказать, 78 миллионов, ни туда, ни сюда. Серьезно? У меня Дубай перебили. Так, хорошо. Знаем мы эту тему уже, когда перебивают. Так. 9.3. Эмс, погнали. Идем дальше. Фух, пацаны, ну это на самом деле лютая тема. Это люто.
Y3. Вот так вот. Отлично, пацаны. Идем дальше. Такс. Ну, пока что... Пока что скудненько все как-то идет. Нифига тут народу собралось, конечно, у конта. Как будто последний, ребят, вы чего? Порш. Ну ладно, минус лямчик, ничего страшного. Как бы не расстраиваемся ни в коем случае, дорогие друзья, никогда. Вижу Дубайчик, лечу к нему просто быстро. Просто летим. А у меня еще за 2.3 открылся. Во, мое. Моя тема. Так. 9.3. Ой. Да, вот так. 9.3 как и оставим. И пойдем откроем, получается. Наш... это мой, да? Капец. Ха, новый УАЗик. Ну как новый? Относительно новый. Но... Да, такое себе, блин. Так, ладно, погнали к нашему контейнеру за 9.3 кака, пацаны. Такс. А, меня перебили. Я уже не успею, ну и хрен с ним. Как меня так успели, главное, перебить-то? Я даже что-то в чате не наблюдал. Ну, где диалог-то? Интернет хороший. Странно. О, ну да, взаимодействие появилось только сейчас. Там мотоцикл упал какой-то. Но он, по-моему, не окупает. Давайте поставим 9.5 сразу. Так вот, 9.5. И пойдем посмотрим еще какой-нибудь контейнер. Вот этот что-то его никто... А, все, понял, открывают уже. Я думаю, его до сих пор так никто и не тронул. Что было бы очень странно на самом деле. Так, нужно следить за чатиком. Он мелкий такой стал. Возможно, вам хорошо его видно, но мне на самом деле не очень. Поэтому у меня возникают с этим, так сказать, проблемки. 4 550 000. Идем дальше. И еще один за 4 550 откроем. Пожалуйста, давай быстрее. 4 450. Давайте за 4 450. Навряд ли кто-то перебьет. Ну, даже если перебьют, пофиг. У меня уже в запасе 2 контейнера открываются, ребята. Поэтому сейчас будет самое интересное. Range Rover мы остались, грубо говоря, в нуле. Ничего страшного. Можно так-то и не переживать. Открылся у меня еще один контейнер. Так, ой, и рядышком еще один как раз заспавнился. 2.7, ну за шо мне так? За шо мне так? Ладно. Не расстраиваемся, ни в коем случае. Так, 9.3. Вот так вот ставим, нормально. Идем дальше. И нужно нам еще какую-нибудь ТС-очку, Дубайчик открыть. ТС-очку. А можно, в принципе, и за 2 ляма открыть. Это же за 2, да? А нет, это не за 2. Вот, вижу еще один Дубайчик. Бегу к нему. Он уже по-любому... А нет, еще даже не открывается. Его... Блин, меня и Никита Кравец перебил быстрее. Дубай не отдам. Дубай мое. Дубай нет. Бро, акстись. Не отдам. Да ты, да я, конечно. Ты что думал, леди? Так, погнали. Слава богу, я обратил внимание на чат, потому что сейчас бы я потерял, грубо говоря, последний мой Дубайчик, ТС-очку. Ну вот опять же, ребята, мы слили 8 миллионов. У меня вопросик такой маленький, такой на засыпочку, чисто. А когда это самое, окуп-то будет у меня? Ой, номерной знак мне предлагают купить за 100 тысяч. Ё-моё, бро, что ты делаешь, дядя? Так, ну шо, пацаны, смотрим. Бэмс. Ебой. Авентадор, тупо, пацаны, Авентадор выбили. Вообще, найсовая тема. Я довольная. Ха. Вообще, кайф просто. Вот это повезло на самом деле. Я почему-то так и знал, что там либо гелик, либо лампочка какая-нибудь упадет, и как бы я доволен. Авентадор — это очень круто, на самом деле. Так, 2.7, так ну шо ж, ну шо, вот только вот настроение, знаете, такое прям заряженное было, и тут какой-то скин за 2.7, блин, ну это вообще ни в какие ворота на самом деле не лезет. Так, 9.7, я вижу, там кто-то кричит, помоги выйти, а с какого контейнера? Из какого, в каком контейнере он застрял-то?
Так, ну, я надеюсь, еще что-нибудь годное нам дропнется. Мы вернули, грубо говоря, наши деньги. Опа. А вот и еще один. Это у нас одеждочка. Открываем одеждочку. Так, 4450. Вот так вот нормально, ребята. Ну, хотя давайте я ему отдам этот одежду. Что там выпало? Что там? Что-то дешевое, да? Ну ладно. Нам выпал как бы Авентадор, поэтому, пацаны, не знаю, ролик уже можно считать удачным. Мы выбили годный дроп. На самом деле, ребята, у меня просто цель — это выбить Rolls-Royce. Я хочу, вот просто мечтаю выбить Rolls-Royce с контейнера. Я знаю, что это можно, и я знаю, что шанс, он, ну, прям вот максимально маленький. Вот. Фух, ну, буду надеяться. Тут еще один у нас за 9 лямов заспавнился, но тут что-то, по-моему, не очень-таки хороший дроп падает. Но, ребят, в принципе, можно рискнуть. Почему нет, если да? Третий контейнер уже по счету у нас от... О, блин. А, так, Мирон, писька отвалится, если перебьешь. Бро, не надо врать. Не надо. Я не суеверный человек, я в такое не верю. Поэтому, бро, сорян. Сорямба. Так. Опачки, подходим, и Range Rover, ладно, хорошо, Range Rover — это еще и не так плохо на самом деле, да, одеждочка моя открылась, забираем, а что ж у меня все задавить-то там пытаются, и еще один за 9,4, о, хорошо, одобряю, так, это у нас что такое? 4550. Ребят, серия получается уже довольно длинная, идет целых 12 минут, поэтому с вас активчик, кто досмотрел до этого момента. Да, меня пытаются тупо задавить, но... Ладно, хрен с ним. Немножко слили, это вообще по барабану. Ну как немножко, ну не немножко, конечно, но... Да что ты меня все задавить пытаешься, господи, придурок. Так. Ну что, сейчас должен уже открыться... По сути, да? Так. Да, открылся. Пацаны, ё-моё, а где-то у меня еще ведь, значит, контейнер открылся, потому что что-то денег-то мало. А хотя я два раза слил. Так. 6 кака. Так, ну нормально. Так. Странно. Да господи, успокойся. Ну, пацаны, походу, вот и все. Да. Ну, вот в мире животных находитесь, да. Вот все. Ну вот и что он мне сделал? Понял. О боже, ладно. На такой трагичной ноте, дорогие друзья, давайте я открою автокейс, и мы с вами, так сказать, расстанемся. Фух, пацаны, погнали, крутим рулеточку. Посмотрим, какая нам машинка сейчас выпадет. Серии я плюс-минус доволен, выбили Авентадор, но цель — выбить все-таки Rolls-Royce. Rolls-Royce хочу, за 45 лямов его можно выбить, блин, это офигенно. Volkswagen Polo, пацаны, это круто. Volkswagen Polo. И что ж, ребят, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, я, короче, лечиться пошел, там все дела. Давайте, ребят, удачи вам.